Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании. У нас появился тут торгаш-китаец. Давайте мы что-то посмотрим, что у нас там есть. Так, за 100 кристаллов нам какие-то принцесса. Нет, спасибо, неинтересно. За 1 000 000 купить 100 тысяч еды. Да, тоже, наверное, неинтересно. VIP-билетик я уже покупал. Расшири... Блин, вот это обязательно нужно покупать, ребята. Очень обязательно. Потому что вообще жесть, короче. Даже за деньги такое можно купить, потому что капец не хватает. Не хватает ресурсов. Ну, в смысле, мест для драконов. Так. Так, ну это прикольно, теперь я могу хоть что-нибудь там построить. Так, кого-то я уже куда-то вырастил. Где-то у меня вот здесь какой-то наш новый дракон должен быть. Во! Ребята, дракон-павлин, это будет у нас сегодняшний дракон. Давайте мы его сразу же накормим. Вообще-то драконов много, нам три дали новых драконов по вот этой какой-то акции по сбору цветочков. Еще куча у меня там драконов получилось. Получился у меня... так, давайте сейчас докормлю, там будем смотреть, а то непонятно. Так, овен у меня получился. По-моему, вкусняшка у меня есть. Я сейчас вообще вывожу каких-то колдовских драконов. Короче, там я сам уже запутался. Чуть у меня их слишком много получилось в последнее время. Тут какую-то оптимизацию. Вот у меня тоже даже... Давайте даже вот дракон Гермес, ребятки, у меня даже вот получился. Вот давайте его тоже покормим. Так, пробуждать пока не будем. Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш. Давайте тоже его накормим. Давайте, ладно, сначала показатели посмотрим. 74 у него атака. Давайте его тоже накормим, чтобы без дела не сидел. Так, на 20 или на 30, когда там пробуждается одна стихия. Так, да, чё, я не хотел выходить. Зовут Гермес, Гермес, пробудить, уже могу пробудить. Да, могу пробудить, давайте будем пробуждать. Это займет у нас целый день. Ну, в общем-то, не беда. Так, идем дальше. У нас тут много всяких событий. О, у нас началась новая акция. А, вот она что. Великая экспедиция, блин. Хоу, чуть не пропустил. Так, награда. Честно говоря, что-то мне неохота даже в нее сейчас влезать, ребята. Водоросль. А главная награда у нас кто? Эпический черешня. Вот. Да. Ой, вообще, то есть я как бы болел, устал от последних акций. Не буду даже рвать, пытаться жопу по поводу этой акции. Штука вообще неинтересный дракон. Эпик 67, кому он такой надо? Черешня. Эпик 69. Дракон черешня любит прятаться в листве и пугать викингов. Именно из-за этого... Из-за него викинги считают, что если жизнь похожа на пригоршню черешин, то это опасная жизнь. Очень странно. Это какая-то, наверное, что-то древняя какая-то поговорка есть. Так, блин, не туда. Вот сюда. Так, ты что? Дракон водоросли. Если что-то коснулось вашей ноги, когда вы плывете, возможно, это всего лишь дракон водоросль здоровается с вами, хотя его тренер так вопил, что выпрыгнул из воды. Так, собрать золото. Ну, не знаю, ладно, конечно, может как-то буду пытаться хотя бы по таймеру заходить. Один там раз в день, два. Ловить существ. Ну, да, в общем-то, не буду напрягаться по поводу этой акции. Точно не буду. Так, а это что такое? Купить? Зачем мне купить это? Не понял я. Что-то акция такая, типа. Акция, принеси нам денег. Как-то не впечатлило. Кыш. Так, мы пришли сюда вот за роллером.
Так, я качнул одну стихию, качнул я восстанавливающие ресурсы. Так называется? Подожди, как эта фигня называется? Да, восстанавливающие ресурсы. Короче, эта фигня может снимать негативные воздействия, если я не лоханулся. Так, с этим нам нужно тут камень, ледяной камень, сохраняет жизнь одного союзника еще на один ход после победы над ним. Вот такая вот штука. Давайте ее улучшим. Ну и ветер я буду качать, естественно, ослабление там других противников. Не помню, как там эта фигня называется. Так, собираем золотишко. Собираем еду. Да, еду нам надо тоже собрать по этой акции. Так, у меня там даже вот еще один тут дракон. Короче, есть. Ну, ладно, надо кого-то и на завтра оставить. На послезавтра. А то не успеются мне все повыводиться. Так, еду давайте тоже соберем. Так, это готово. Ну, это хорошо. Жилище еще могу одно построить. А то мне приходится уже продавать каких-то драконов одинаковых. О, ребятки. Блин, ну, а ну-ка. Третий дракон за сегодня. Это у нас вообще бьем рекорды. Так, а будет ли куда его разместить? Так, давайте этого пока сюда разместим. Весеннее созвездие. Вот такая вот фигня есть. Кстати, у нас тут как по поводу коллекции приколы. Давайте посмотрим. 15% игроков собрали эту коллекцию. Ну, это хорошо. Так. В общем-то, когда мы собираем каких-то 4 драконов, у нас появляется возможность вывести другого дракона. Вот фаербол, вот, например. Так я вообще не помню, чтобы я его вывел. Вот павлина. Вот я вывел именно павлина, вот именно по этой фигне. Так, подводного. А то у нас дракон подводный, я его тоже вывел. Посмотрим в следующий раз. Ух ты, 3 дракона зодиака. Вот дальний космос. Я смогу его вывести, если получу вот это вот. Близнец Альфа. Ну и так далее. Короче, там еще кого-то там повыводил. Что-то там поделал. Поднебесного. Вот, смотрите, нажимайте кнопку вывести. И вот как бы вам там, типа, что-то там предлагают. Так. Кто здесь? Ты кто? Это повторка какая-то. Теперь давайте кого-нибудь поставим на выведение. У меня тут их довольно много должно быть, этих драконов новых. Вот, смотрите. Вот это Кармин, Мурана, Алоэ. Это 3 дракона, которых нам дали. Они легендарные все. Ого, ничего себе. А ну давайте смотреть по им показателям. 72. Ну, я просто не знаю, какие у них стихии. Не смотрел, что у них там это. Но прикольно. Прикольно, вот бегония, яркий, вот это новые драконы, вон русалка до сих пор еще не выведена. Легендарный, легендарный, легендарный. Ладно, давайте сейчас пойдем освобождать место. Какое легендарное. Вот ты у нас кто? Ты у нас что здесь забыл? Пустота. Есть ли куда тебя двигать? Пока что мест нет. Ну ладно, давайте, тебя мы подвинули. Так. А, он у нас легендарный, точно, да, он не божественный, прикольный. Блин, третий дракон за серию, ребята. Еще, в принципе, при желании можно было еще качнуть кого-то там, еще кого-то. Бьем рекорды. Атака 72, слабачок. Так, ну что, давайте кормить. Да, жаль, что легендарное жилище нельзя прокачать, только 2 дракона, это печально. Но нужно реально, получается, как бы сейчас тратить очки свои на прокачку этих жилищ остальных, чтобы 4 место появилось. По 500 очков колдовской арены нужно тратить. Вот такой вот у нас бычара. Телец. Так, смотрим. Бин. Шон Бин.
Так, дракон-бык иногда бывает упрямым, как бык, но стоит окружить его любовью и заботой и вкусняшками, как он превратится в верного друга. Вот такие вот, короче, пироги. Давайте пробудим ему какую-то стихийку. Вот так вот, в общем-то, пробуждается. Короче, у нас какая-то мега-супер-пупер насыщенная серия получается. Это хорошо. Так, ну придется мне еще какое-то жилище строить. Так, изумруд. Изумруд у меня тут что-то бродит. А у меня вот уже есть изумруд. Привидение. Вот у меня здесь изумруд 18. Здесь какой-то изумруд. А здесь изумруд 19. Блин, ну надо двигать. Нет, не могу я никого двигать никуда. Так, а ну-ка стоять. Здесь у меня сколько? Улучшить. У меня 288 таких осколков, а очков таких, ну короче, должно хватить, но что поделаешь, придется улучшать, потому что места нет от слова совсем. Вот эти у меня уже улучшены, вот эти улучшены. Так, здесь у меня что-то легендарное жилище, еще придется какое-то строить легендарное. Так, это все легендарное. Так, а здесь кто? Здесь точно эти ребята у меня лишние. На, ну-ка двигать. Куда-то можно их двигать? Никуда не можно двигать. А какие стихии здесь? Какие жилища мне прокачивать надо? Пустота, металл. А здесь вода. Вода, ветер. Так, вот у меня есть пустота. Вот так вот улучшаем. Передвину отсюда сюда, короче. Ну так. Так, теперь идем сюда. Забираем котел. И давайте пойдем что-нибудь посражаемся. Сколько у меня? 700. Блин, все, да, капец. Надо сражаться в лиге этой с утра до вечера. Давайте попробуем зайти. Нет, 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 мы сюда не хотим. Какой-то злой нам Майк попался. Давайте сюда посмотрим. Здесь еще хуже. О, лучший защитник, отлично. Сюда идем. Ингвар, да, был. Был, да сплыл. Блин, какой крепкий, ну. Жесть. Сквозь щит 60-процентный, столько урона нам нанес. Слышите? Самоуничтожение. Так, ну и теперь пошли по... По таким драконам. Дракон кенгуру. Кукуруку. Были такие вафельки когда-то. Так, Джуанма против нас играл. Так, о, у нас хороший сундучок. С нехорошей наградой. Так, лучший защитник, вот такой, да? Вот пусть будет так. И кого нужно взять? Вот тебя нужно взять. 52-й максимальный уровень.
темная материя, да, по-моему, дракончик был. Ну, отлично, с первого удара лег, это хорошо. Так, обычный 53, я ему 56, у него, то есть, 55 уровень, возьмем щит. Так, это легко. И здесь мы разберемся вот с этой помощью. Минус 41 миллион. Я вот вообще-то думаю, блин, это какой нужно иметь уровень, как бы, персонажа, чтобы был лимит по жилищам такой, чтобы можно было заполнить. У меня же целый остров еще даже не куплен, свободен, тот же за 250 миллионов. Вау, 30 осколков обыкновенных, это вообще круто. Итак, ну, вот этот остров, то есть у меня же он вообще как бы пустой. Но у меня же лимита нет. У меня нет места, куда жилище строить. То есть как бы так. Но здесь придется дочистить. Там всякие. У меня ртутей было много. Вот это сразу продам. Ой, черт, заколдованная ртуть. Ладно, может, ты не заколдованная. Это коралл. Вот тебя давайте сразу продадим. Чтобы было место свободное. Не-не-не-не-не. Вот так, все. Пусть остается все так. Код дружбы 5B0F59, ребятки. Так что можете добавляться в друзья. Буду рад всех видеть. На этом тогда я серию закончу. Всем спасибо за просмотр, ребятки. До скорых встреч. Всем пока.